Okay, Milo. Milo, your mask is dirty. It's better. Holy f***. That's gonna be crazy. Ничего подобного в США не случалось более 100 лет. В 1918 пожары в Миннесоте и Висконсине унесли жизни 453 человек. И вот спустя 105 лет трагедия на Гавайях. На данный момент известно о 99 погибших, но местные власти говорят, что это далеко не окончательная цифра, так как разборы останков зданий полностью сгоревшего города Лахайна только начались. The search for the missing and dead is just getting started. Canine cadaver dogs arriving over the weekend and police announcing just 3% of Lahaina has been searched. Are you saying we're just at the beginning of this disaster? So for the first few days, we had done searches in the streets and the cars that were in the area, but we couldn't enter any structures. I know everybody, what's that final number? Леса на острове Мауи загорелись неделю назад, 8 августа. Причиной стала засуха, а ураган Дора, который бушевал неподалеку, моментально разнес огонь по всему острову, застав 13 тысяч жителей города Лахайна врасплох. Причем жители уверяют, что в городе не прозвучало ни одной сирены и сигнала тревоги. They never heard sirens warning of evacuations. The Hawaii Emergency Management Agency confirms none were activated. The question now is why. Жители сами спасались как могли из полностью охваченного огнем города. Кто-то решился ехать на машине, но моментально встал в пробках, в которых буквально нечем было дышать. Этот гавайец записал обращение к семье на случай, если не выживет в этой пробке. Но ему повезло выбраться оттуда, несмотря на то, что его машина взорвалась. Basically embers falling from the sky. You witnessed your car blow up in front of your face. How would you best describe what you went through? Hell. I could honestly say I've been through hell and back. But I came so close to giving up. And the gentleman on my right and gentleman on my left didn't survive. Те, кто не рискнул выбираться из города на машинах, спасались от пожаров в океане, но и там нечем было дышать. Есть утонувшие, сколько их, пока неизвестно. Video recorded from residents who were caught in the wind-whipped inferno Tuesday, showing how they huddled against the seawall, running to the water for safety. You're gonna be okay, Milo. Milo, your mask is dirty. It's better. Holy f***. Yeah, just wash it. На Мауи разрушено по меньшей мере 2200 зданий. 86% из них это жилые дома. Стоимость восстановления всего острова оценивается как минимум в 6 миллиардов долларов.